времени суток. Всем привет! Сегодня приготовим плацинты. Для этого нам понадобится мука 400 грамм, стакан воды теплой, вода должна быть хорошо тепленькая, ну 36 градусов примерно, чайную ложечку соли. Соль отправляем сразу в стакан с водой, размешиваем хорошо и отправляем в муку. Масло растительное примерно столовая ложечка понадобится. Ну и остальное масло нам понадобится для раскатки нашего теста, то есть для прослойки. Разболтали соль с водой, размешали, вылили в муку и замешиваем тесто, как обычно, ложечкой, потом руками. Вливаем теперь масло растительное уже на этапе замешивания, только подмесили немножечко и влили масло. Теперь замешиваем дальше. Замесили обычное тесто, как, например, на вареничке, наподобие такое тесто, как на пельмени. Все, замесили. Оставляем в стороночку минут на 7-10. Оно сейчас полежит немножечко, и мы дальше будем вымешивать. Вымешивать будем долго, минут 5-7. Пока наше тесто стоит минут 5-7, займемся нашей начинкой. Для начинки нам понадобится черный молотый перчик, специи любые. Мне тут сушеный чесночок с солью, 3 картофеля, 2 лука, соль обязательно, петрушечка. В общем, всего понемножку. Я сейчас все это буду натирать на терке и лучок нарезать. Режем лучок произвольненько, можете мельче, помельче порезать. Я нарезаю полукольцами, потом еще раз перерезаю вот таким вот образом. Достаточно. И так второй лучок тоже режем. Мелко зелень порубим. Тут уже по желанию зелень, мелень, как хотите. Я режу петрушечку. Можно и укропчик добавить, конечно же. У меня нет одна петрушечка. Ничего страшного, тоже вкусно будет. Натираю картофель на крупной терке. Вот так. Старайтесь картофель брать желтеньким, вот таким вот. У вас будет начинка очень красивая. То есть картофель не посинеет. И так натираем весь картофель. Добавляем специи ваши любимые. У меня вот такая вот морская соль, тут чесночок, травы какие-то тут. Ну, в общем, очень вкусно получается. То есть ваши любимые специи сыпьте. Ну, или вообще просто перец и соль. Все, начинка наша почти готова. Солим по вкусу. Я щепоточку добавлю. Вот так, много не буду солить. Все, достаточно. Масло вливать ничего не надо, так как у нас будет тесто очень прослойное, промазанное маслом. И все будет в меру. А если будете добавлять в картофель масло, будет жирненько. Итак, видите, вот картофель потерли, жидкости нету. Если немножечко сок и пустит, то это нормально. Просто слегка будем отжимать и уже класть в пирожок. Итак, тесто наше подошло немножечко, постояло, вернее отдохнуло. Ну а теперь нам надо хорошо тесто вымесить. Ну минут 5-7, я думаю, я минут 5 точно буду вымешивать вот таким вот образом, пока наше тесто не станет эластичное, мягкое, в меру упругое. В общем, месим и месим, сколько сил хватает. Помесили тесто, минут 5 вымешивала я. Ну а теперь нам надо поделить на несколько частей. 4, 6, сколько вам надо, например. Я поделю на 4 части, можете поделить на 3, потом еще раз, и будет 6 кусочков. Я поделю на 4 части, как я и сказала, но плацинт у меня будет 5, так как кусочки теста у меня будут оставаться от каждого кусочка, и я из этих оставшихся кусочков теста еще слеплю одну плацинту. Итак, теперь вот так вот закругляем тесто руками, защипываем и ставим на тарелочку, тоже отдохнуть надо, дать минут 5-10. Для того, чтобы они хорошо раскатывались. Закруглили, закатали руками. Вот таким можно образом на столе, можно руками подмесить. И выкладываем на тарелочку. Дадим отдохнуть минут 10, для того, чтобы они хорошо потом раскатывались. Все время, когда подмешиваете тесто, надо дать отдохнуть ему, чтобы оно хорошо растягивалось и раскатывалось. Прошло минут 7, смазываем стол слегка маслом растительным. И теперь будем раскатывать, вернее подкатывать. Мы сейчас раскатаем, ну, где-то диаметром сантиметров 20. И будем на тарелочку выкладывать и обмазывать хорошо маслом растительным. Можно даже сказать, заливать маслом. Дадим тоже постоять минут 10. И тогда уже будем тесто растягивать и готовить наши плацинты. Итак, примерно раскатали диаметром 15-20 сантиметров, как получится. В общем, чем больше раскатаете, тем легче будет вам растягивать. Я думаю так. Теперь берем столовую ложечку масла, наливаем, размазываем и так остальные кусочки. И дадим постоять, как и сказали, минут 7-10. Будет достаточно. И будем уже готовить наши плацинты. Заливаю то же самое. И так каждый кусочек проделаем с каждым кусочком теста. Вот так. Так, последний раскатали. То же самое обмазали маслом. Все, оставляем в стороночку. Перевернули. И оставляем. Потом, когда будем раскатывать, еще раз перевернем, уже, когда уже будем растягивать тесто. Ну что ж, прошло у меня время, минут 10 прошло. Теперь берем стол, обмазываем тоже маслом столовую ложечку, масло, смазываем руки, стол хорошо мажем, прям не боимся, весь стол смазываем. Так как мы сейчас будем все растягивать по всему столу. Если у вас стол большой, отлично, у меня столик небольшой, поэтому я сколько надо растяну, остальные кусочки буду обрезать и готовить еще плацинту пятую, как я и сказала.
Теперь берем на руки вот так вот тесто, чуть-чуть потянули, растянули и вот так вот кулаками подтягиваем. Тянем до тех пор, пока вам комфортно и удобно. Вот сколько оно тянется, столько и растягиваем. Все, если чувствуете, что уже все, дальше некуда тянуть в руках, я имею в виду неудобно. Сейчас вот я еще ее потяну и теперь выкладываем на стол и тянем руками. Очень быстро, легко растягивается, никаких проблем, вот как видите. Берете, потрусиваете вот так вот и вытягиваете. По всему столу раскладываете. Вот потрусили и потянули. Вот так вот все время по столу как бы трусим, бьем об стол тесто слегка и растягиваем. Никаких проблем, вот как видите, не бойтесь готовить плацинты. Многие боятся тесто растягивать, думают, что не получится. Все получится, поверьте. Берете и растягивайте. Главное дать тесту отдохнуть, в масле полежать, отдохнуть. И тогда очень хорошо тянется, никаких проблем. Берем и тянем. Вот так. Можно сказать, я вам весь процесс показала, как растягивать тесто. Вот и все. Ну а теперь у тебя вот эти кусочки лишненькие, которые осталось, я их сейчас обрежу. Вот такое тоненькое тесто, можно так сказать, тесто фило. Можно пахлаву приготовить. Вот эти вот кусочки, что я и сказала, вот я их обрежу. Так как у меня стол небольшой, я бы еще растянула бы его, но некуда тянуть. Вот эти кусочки я обрежу, и с остатков теста вот этих кусочков я еще подмесю тесто и еще одну пятую плацинту слеплю. Итак, отправляю этот кусочек оставшегося тесту, который я уже слепила, один плацинт, это я уже вторую плацинту леплю. Смешиваем, потом подмесим, также раскатаем, дадим отдохнуть и раскатаем, еще одну плацинту растянем. Итак, берем столовую ложечку масла, сверху взбрызгиваем, размазываем хорошо по всему тесту, по всему столу, проводим рукой вот так вот, размазали. Маслечком смазываем обязательно, чтобы наши плацинты были слоеные, то есть слоеное тесто делаем. Ну а теперь нам надо наше тесто сложить, и оно у нас уже получится 100% слоеное. Берем за края и складываем, к середине тянем, или вообще с краю до краю дотягиваем, как вам удобно уже. То есть складываем вот таким вот образом тесто. Если порвалось немножечко, ничего страшного, все равно у нас все получится, и будет очень вкусное слоеное тесто. С этого теста можно приготовить и хачапури, и пахлаву, и бёрик, и вертуты. В общем, все, что можно приготовить из слоеного теста. Потянули сколько можно, сколько есть возможность потянуть. Сложили. Берем начинку. Вот видите, жидкости особо нету. Если даже там чуть-чуть есть, ничего страшного. Чуть-чуть слегка отжали картофель и разлаживаем начинку по тесту. Разложили вот таким вот образом посерединке, скажем. А теперь берем и складываем к середине опять тесто. Опять то же самое с того края берем и накрываем в эту сторону теперь. Вот такую ленту сделали. Можно ленту перевернуть и завернуть уже в треугольники или в квадраты. Я же не буду ленту переворачивать, потому что я хочу, чтобы лучок был сверху, выглядывал, просвечивался. Когда плацинты спекутся, лучок поджарится и будет аромат жареного лука. Ну а вы уже смотрите сами. Можно сделать с этой ленты две плацинты. То есть три раза свернули вот таким вот образом, перерезали. Я же сворачиваю в 6 раз, вот как видите. То есть одной ленты можно сделать две плацинты. Я делаю одну. Выпекаться, естественно, она будет дольше, минут 50. Если вы две плацинты сготовите с одной ленты, то минут 35 выпекаете. Выкладываем на противень, смазанную маслом. Я сделаю 4 и пятую посередине. Итак, я слепила, как и сказала, 5 плацинт. Отправляю в духовку при 180 градусах, разогретая духовка уже. Отправляю на 50 минут, не меньше. Поехали в духовку. Прошло 50 минут, мои плацинты готовы. Рецепт оставлю под видео в описании. А еще под видео в описании есть ссылочка на наш семейный канал. Заходите, подписывайтесь. Также ссылочка есть на Instagram. Мне осталось плацинты выложить на блюдо и подать на стол. Вот такие плацинты, хрустящие, постные, мы с вами приготовили. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Як попала ти сюди, а як попала ти сюди, ти скажи, скажи, калино, як попала ти сюди, як то ранюю, да не весною, гарний.
посадить в своем саду. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.